Не серчай. Старая я, всего не упомню. Не злись. Звони, если что. Слушаю вас. Роза Марковна Рубинштейн? Да, это я. Добрый день. Вас беспокоит из банка, отдел финансового мониторинга. Меня зовут Василий. Скажите, пожалуйста, в течение 10 минут вы проводили расходные операции по своей карте? Нет. Наша программа зафиксировала попытку перевода денежных средств в размере 10 тысяч рублей на имя Максима Круговых. Подскажите, данный перевод выполняете вы? 10 тысяч. Это ж почти вся моя пенсия, батюшки, внучок. Что ж теперь делать-то? У меня поезд на море. Подскажите, банковская карта при вас? Третьим лицам не передавали? Конечно, при мне. Склероз. Батюшки, куда же я ее? Это что? Это деньги украли, что ли? Это мошенники, что ли? Нет, мы заблокировали данную транзакцию. Ваши средства находятся на страховой ячейке банка. Послушайте, если мои деньги заберут, если хоть копейка пропадет, отвечать будете вы. Я в полицию пойду. Не переживайте. Сейчас мы вам вернем деньги. Поэтому и звоню. Ой, сердце так и ёкнуло. У меня же миокардит. Мне волноваться нельзя. Роза Марковна, нужно верифицировать вас как клиента нашего банка. После этого мы сможем перевести денежные средства со страховой ячейки обратно вам на карту. А что для этого нужно? Необходим номер договора или номер карты. Ну, давай по номеру карты. Готов зафиксировать ваших слов. А вам можно доверять? Вы не мошенник? Роза Марковна, я сотрудник банка. У нас хранятся все ваши персональные данные. Ваша карта оканчивается на 5-3-4-4, так? О-о-о. Ага. Вам необходимо продиктовать все цифры на банковской карте, чтобы мы вас идентифицировали. Это понятно? Диктую. 4. В связи с тем, что вы стали жертвой мошеннических действий по вине банка, вам будет увеличена процентная ставка по счету. Подскажите, какая сумма была у вас до действия злоумышленников? Почти 300 тысяч. На похороны отложила. Фиксирую. Ожидаем ответа прохождения верификации. Сейчас мы будем производить перевод денежных средств со страховой ячейки вам на карту. На телефон будут поступать смс-информирования с кодом. Данный код нужно продиктовать мне. Ой, лишь бы не украли. Скорее, у меня поезд. Вы, главное, не переживайте. Через 5 минут все деньги будут у вас. Вам придется изменить пароль от личного кабинета в приложении. Но это вынужденная мера, вы и сами понимаете. Внучок, мне 80 лет. Какое приложение? И в личный кабинет я хожу только по нужде. Понимаешь? Фиксирую информацию. В течение минуты вам поступит СМС. Подскажите, когда вы сможете прийти в банк для подписания договора? Мы подготовим документы об увеличении процентов по вкладу. Это СМС? Диктуйте цифры. 2-4-4-8. Подскажи, я слышала, что пострадавшим от действий мошенников банки выплачивают компенсацию. 1% от суммы вклада. Мне полагается 3 тысячи рублей. Я уточню информацию, а пока давайте закончим перевод. Ой, извини, я отвечу. Роза Марковна, скажите последние цифры. Алло. Привет. Роза Марковна. Какое море, Сима. Тут из банка позвонили, сказали, что мошенники деньги украли. Там 1,5 миллиона еще от деда осталось.
Ну, сейчас разбираются. Номер карты? А, да, сказала. Три цифры. Код безопасности? Да, сказала. Ой, да для возврата денег на карту. Некогда мне. Потом перезвоню. Роза Марковна, я уточнил. Вам выплатят компенсацию, когда вы придете в банк для подписания договора. Теперь скажите последние две цифры, и мы закончим перевод. Так платят же онлайн. Сразу на карту. Ты что об этом не знаешь? Сам Греф говорил. Все сотрудники банка об этом знают. Так ты что, падла? Мошенник? Ой, развели. Развели бабку. Роза Марковна, выслушайте меня. Успокойтесь. У вас миокардит, вам нельзя волноваться. Так и там же все мои бережения. Роза Марковна, успокойтесь. Ой, ой. Роза Марковна, вы в порядке? Помогите. Роза Марковна? Алло? Роза Марковна, вы в порядке? Роза Марковна, мы уточнили информацию, вы правы. Мы направили вам компенсацию 3000 рублей. Вы получили? Алло? Роза Марковна, вы в порядке? Вы слышите меня? Кажется, отлегло. Хорошо. Роза Марковна, транзакция прервалась, и мы сейчас повторим. А подскажите, 1,5 миллиона лежат на этой же карте? Какие 1,5 миллиона? А ты вообще кто? Василий из банка. Мы зафиксировали попытку списания денежных средств с вашей карты. Так у меня же денег не на карте, а на книжке лежат. У меня склероз. Склероз. Я уже ничего и не упомню. Старая стала. А ты не серчай. Не серчай. Звони, если что. Роза Марковна. Ах ты, сука. Алло, Сима, как погода на море? А что там с роумингом? Платный? Хорошо. Надеюсь, что кто-нибудь позвонит. Ладно, выезжаю, встречай.